Украинская теннисистка второй раз подряд победила на престижном ежегодном турнире ВТА в Объединенных Арабских Эмиратах. Украинская теннисистка Елена Світоліна стала победительницей престижного турнира серии ВТА в Дубае с призовым фондом более чем в 2,5 миллионов долларов. В финале турнира Світоліна в двух сетах одолела россиянку Дарью Касаткину. Первый сет украинка выиграла со счетом 6-4, а во втором разгромила свою соперницу 6-0. Поединок продолжался 1 час 11 минут. Победа в Дубае принесла Світоліной 470 рейтинговых очков и 651 347 долларов призовых. Для Світоліной это уже 11-й выигрыш турнира в серии WTA.